Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные видосики. Ребят, на этот раз скибиди туалет зомби. Апокалипсис, 48-я серия. Обязательно лайкосик, залетай в Телеграм. Сори, что так поздно, но... Лучше поздно, чем никогда. И тут вроде как появилась русская озвучка. Мне прям интересно, кто озвучивает. Let's go. Так, чумной доктор. Угу. Вантус, все дела там был у нас. База. Главное, поймали, да, чумного доктора? Это смотри. Ну, как-то мне кажется, он специально. Ну, не знаю, что-то сейчас будет. 100%. Так, сидит. Привет. О, лысенький. Мой старый друг. Пора все это закончить. Верни всех зараженных, и я отправлю тебя домой. Это я уже знаю кто. Ребят, это прям Арм. Прям чувствуется его голос. Погоди, а вот этот кто озвучивает? Вот это вот. Чтобы продолжалась вечная охота за мной, нет. Прям имбовый голос. Так почему ты все это делаешь? Ты помнишь... Блин, прикольный у Арма голос. Это не наш мир. Либо ты вернешь все как было, либо мы тебя сотрем. А при чем тут я? Во всем виноват он. Я только делаю то, чего он хочет. Разве ты не задумался, как он оказывается в нужном месте в нужное время, и ему удается сбежать без единого укуса? Хорошая попытка, но мы не такие тупые. Вы глупцы, потому что не замечаете этого, не так ли? Вантус. Опа! Ого. Ого! Предатель Амогус! Ну вот я так и говорил, что чумной доктор что-нибудь-то придумает. Что-то тут не все так просто будет. Слушай, ну озвучка прям русская. Имба. Мне прям понравилось. Я прям удивлен. А это при том оригинальный видосик, ребята. Оригинальный. Вот это они круто, что звуковую дорожечку сделали. Интересно даже. Неужели Арм будет каждый раз озвучивать? Интересно. О, какой сидит там. Ну, короче, все наперекосяк пошло, понятное дело. Вот так вот. О, нет. Сейчас ядро заберет, да? И, кстати, какой-то интересный вот SCP-отряд вышел. Эпизод первый. Вот что самое интересное, ребят. Может, поглядим? Мне прям интересно. Это очень круто, что они не только скибиди-туалеты стали делать. Начали прям развиваться. Ну и плюс озвучка от Арма. Имба. Блин, вот я не понял, кто второй? Ну там, ребят, вы напишите по любасу. Ну, организация, защищающая мир от аномалий. Однако, всем аномалиям удалось вырваться в мир.
И правительство решило уничтожить все СЦП с помощью ядерного оружия. Но это привело к вымиранию человечества. А сознание людей было перенесено в роботов. Остатки руководства создали отряд Гидра для ликвидации оставшихся СЦП-аномалий. И только они смогут восстановить в этом мире былое равновесие. Еще бы тут озвучку! Ушка была бы. Так, нормальненько. Оу. Жесть. Чё-то я таких СЦПшек, кстати, не помню. Вот таких вот. Как будто из Дума, да, какого-то? Чисто роботы. Нормально он там, блин, в кармашке, так сказать, грудном нашел топорик. О, бомба-вонючка. Офигеть. Если честно, так непривычно от Monster Upper видеть что-то, что вот не связано с туалетами. Ну это прикольно. Это прикольно, ребят. Они красавцы. Так, ну нам тут прям показывают, что этот отрядик нехилый такой. I'm good. Неплохо, неплохо. Ты, я так понял, девушка с катаной была, да? Прикольно. Аномалия. Опа. Так, погоди, это скромник или... Вот не помню, но такого я видел. Такого я точно видел. Оу. Жесть. Бедненький, какой бедный. Я готов. Игра он орёт. Ну, красавчик. Так, покричали. Интересно, нас начнут знакомить с этим отрядом? Ну, как бы у каждого там полюбасу будет имя, история собственная. Это будет интересно, если такое будет. Так, нашли они, в общем, аномалию. Вырвалась на свободу. Что-то еще, да, сейчас будет? О. Что-то как-то... Ты на чьей стороне, дядя? Вы готовы? Все, все, ребятки. Как-то так. Но это было прикольно. Это было прикольно. В принципе, для первой серии вообще неплохо, друзья. Я не знаю, просто там, по-моему, авторское право. В общем, музычка какая-то такая началась. В общем, вы готовы и все. На этом все. Лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.